Орфей и отвага. Эти собаки верой и правдой отслужили. Они отслужили, они охраняли зону. Охраняли тех, кто для нашего общества нежелателен. Тех, кто нарушил закон. Орфей. Их приговорили к смерти. Их приговорили к смерти и отправили вчера в усыпалку. Ребята, возраст собак всего 6 лет. Мальчик и девочка. Не пугай его. Не пугай, он, по-моему, досталось уже от души. Я не спорю, кормили их нормально, но психически собаки сломлены. За что им? Вот за что, скажите? Овчарки, самая лучшая собака в мире, самая умная, самая добрая, самая адекватная для человека. Это же мечта каждого ребенка, овчарка. Мечта каждого нашего ребенка. И вот в таком состоянии они сейчас. Ребята, за что? За что? За верность? За любовь к человеку? За честный, добросовестный труд? За что мы их вот так приговариваем к смерти? Это чисто случайно. Позвонил знакомый и сказал, что в усыпалке уже сутки сидят собаки и утром их усыпят. Поэтому мы забрали. Мы не выдержали. Да, мы переполнены, ребята, но я не могла допустить. Наверное, потому что овчарка мой друг с самого детства, которого я завела. Неправильно. Которого я так хотела, страшно, что побежала и просто не выдержала, просто взяла. И этот ребенок со мной прожил долгую и счастливую жизнь. Вернее, я была счастлива, я не знаю, как он. Но я была счастлива, что он у меня есть. И сейчас, глядя на вот этих, ребята, я не могу допустить, чтобы их убили. Для Орфея и для отваги. Ребята, мы ищем дома. Мы ищем семью, которая готова будет взять и дать детям дожить. Пожалуйста, присмотритесь к ним. Они хорошие, они не требуют много внимания, тепла, ласки, хороший теплый вольер. И все. И собака проживет с вами еще минимум лет 10. Минимум лет 10. Будем дружить. Будем дружить, солнышко. Малыш. Навязываться собаке нельзя. Она сама привыкнет. Она сама поймет. Они и так очень адекватные, добрые, хорошие. Они адекватны к людям. Я сегодня ее вижу. Вот я зашла к ней в вольер сегодня первый раз. Ребят. Собаки адекватные и нормальные, хорошие. Просто нельзя сразу лезть к ней с объятиями «Здравствуй, я твоя мама». Понимаете? Нельзя. Ей надо дать время, чтобы она поверила и немножечко осмотрелась. Для нее все ново, они всего сутки как находятся у нас. Друзья, для отваги и для Орфея я прошу семью и теплый дом. Я прошу для них семью и теплый дом. Да, Орфей? Ты мой красивый. Орфей, в аду ты уже побывал. Пора выходить. Очень тяжело сообщать горькие новости. Сегодня ночью отвага ушла. Она просто не проснулась. Возможно, у девочки было слабое сердце. Возможно, она что-то перенесла. Мы не знаем. Но когда зашли, думали, она спит. А она уже уснула навсегда. Хоть мы и понимаем, что собачий век недолог, но провожать их всегда страшно, ребята. Страшно. Избави вас, Бог, от боли, от страданий. Не дай Бог вам терять тех, кого вы любите. Не дай Бог, люди. Я желаю вам добра. Добра вам, люди.